Певица Анастасия Стоцкая поделилась воспоминаниями об ушедшей из жизни Юлии Началовой. По словам Стоцкой, Началова была очень оптимистичным человеком. Она всегда с улыбкой ходила, всегда улыбалась, очень непосредственный человек, прямо как ребенок. Она эту непосредственность сохранила до конца в себе, рассказала Стоцкая. Певица приехала проститься с Началовой. Она принесла цветы, которые оставит на могиле исполнительницы. Юлия Началова скончалась в субботу, 16 марта, на 39-м году жизни. Причиной смерти стала остановка сердца, вызванная воспалительным процессом. У певицы осталась 12-летняя дочь Вера, которая будет жить с бабушкой и дедушкой.